Циркулярная пила Bright BCS-185-1400. Сейчас покажем, как заменить пильный диск. В комплекте инструкция и ключ. Берем ключ, зажимаем кнопку фиксации диска другой рукой. Прокручивая диск, чувствуем, что он зафиксировался. Далее откручиваем болт и снимаем диск. Собирается в обратном порядке. Устанавливаем шайбу. Смотрим направление зубьев. Указывается стрелкой на корпусе и на самом диске. Устанавливаем шайбу выемкой вниз. Наживляем, а затем затягиваем болт. Вот так совсем несложно меняется пильный диск. Если вам интересны такие небольшие информативные ролики, где мы рассказываем, как работать или как менять оснастку, то пишите в комментариях, о каком инструменте Bright вы бы хотели увидеть следующий ролик.